여러분, 에린입니다. 오늘은 제가 카메라를 킨 이유가 뭐냐면 바로 한국 과자를 러시아 친구한테 소개해주기. 안녕하세요 여러분, 다샤입니다. 네, 제 친구 모델 다샤 다들 아시죠? 이 사진만 보면 다 알 수가 있는데 이 친구랑 제가 오늘 이제 한국 과자를 준비해서 여러분께 한번 다샤의 리액션을 생생하게 찍어보도록 할 겁니다. 아, 그리고 저희가 러시아어로 대화를 하기 때문에 중간중간에 이제 러시아어로 하는 점 양해해 주세요. Итак, ребята, сегодня мы с Линой будем пробовать корейские снеки. И некоторые из них острые, да? Да. Тебе нравится острый? Но я привыкаю постепенно к острому, потому что раньше я же не ела. Ты в Корее уже с детства находишься, а я нет, поэтому для меня это так. Надо привыкнуть еще. Ну, для тебя я все принесла. Вообще, я снеки много так не ем. Чипсы, сухарики, но сегодня я это попробую. Ты любишь шоколады? Шоколад я люблю, сладкое я люблю. Шоколадки всякие. Начинаем. Начинаем. Вот, первое, цеупка. Думаешь? Креветка. Креветка. Это будет со вкусом креветки. Тебе нравится? Ну, вообще, креветок я люблю. Но чипсы с креветкой я не знаю. Открываем. Я боюсь. Давай. Запах. Ну, пахнет как сушеный кальмар. Ну, вообще вкусно пахнет. Я уже хочу попробовать, ребят. Много, да? Много. Это есть два таких. Это зовут мэун сэукан. Мэун это острый. Это острое? Да, есть не острое, но корейцы еще любят вот это больше. Из-за этого я это просто... Итак, мы сейчас будем это пробовать. Нормально? Еще. Еще. Мне понравилось. Понравилось? Корейцы тоже это очень много кушают. Вообще, сначала я думала, что, знаете, если есть креветки или рыба, я думаю, что вкус всегда будет как будто протухшее что-то такое. Да, да, да. Такое. Но есть. Вот это... Понравилось. Очень вкусно. Тебе не остро? Нормально? Я думаю, это было остро, но на самом деле в меру острое и очень вкусно. Это я точно буду покупать. Я поставлю оценку. Из 10 поставлю 10 этому. 10? 10. 10, нормально? Да. Хэйбал. Попробуем вот это. Фулькобеги. Как думаешь, что это? Ну, по форме похоже на креветок. Креветок? Ну да, ну, на вот эти похожи, реально формы. Но тут нарисовано яблочко. Яблочко. Я уже прочитала, что мед и яблоки. Ну, я не знаю, как это сладость? Я вообще такого раньше не видела, чтобы вот такие сухарики, как эти, да. Чтобы они были сладкие. Я такое не пробовала. Да, в Корее здесь много продают такие. Вообще нет, для меня это очень странно, я такое никогда не пробовала. Вот здесь нарисовано яблоко, но я не понимаю, почему. Мед и яблочко, давай. Я знаю, что это за вкус. В России есть такие магазинчики, знаешь, как в Корее на Мюндоне. Вот там делают булочки, пирожки. Булочки, там, знаешь, масло жарится раскаленное, да, да, и они туда тесто кидают. Эту булочку достают, она вся такая масляная, готовая уже. И запах точно такой. Такой? Запах русских булочек. Есть тоже похожая, другая. Ну, я не могла ее найти. Тогда попробуем. Похоже вкус, как у теста у русской булочки. Но мне не очень нравится. Яблоки не чувствуются, ну мед да. Тоже как-то не чувствуется. Просто сладкое тесто. Сладкое тесто? Ну я поставлю 2. 2? Да! Невкусно, да? Нет, мне не понравилось. Это 10, а это 2. Нет, вот этот мне очень понравился. Я, пожалуй, еще 7 иду. Понимаю. Это очень вкусная тоже, но я ее много не кушаю. Ты снеки вообще любишь так есть? Но это картофельные такие просто формы, да? Как палочки. Палочки, да. Смотри, глаза закрыл. Да. А что, он откроет их? Ты говоришь, он закрыл глаза, посмотри. А что он их потом откроет? Здесь написано «Нунэ камджа». Это «Давай закроем глаза». Давай. Ну, камджа это картошка на корейском. Нуны это глаза. Если скажешь просто нуны камджа, давай закроем глаза. Из-за этого они специально как смешно сделали и вот спит. Видите? Называется спящая картошка. Что это вообще реально? О, выглядит как картошка фри из Макдональдса. Пахнет просто солью. Солью, да, здесь написано pepper salt. Как необычно. Вообще?
Когда такую картошку видишь, думаешь, что она сейчас будет мягкая. Да, да, да. А это хрустящая такая. Если честно, вообще вкуса как нету. В принципе, прикольно. Вот если сама бы я тоже вот это не купила. Если кто-нибудь купит и мне даст попробовать, я буду есть. Но особо вкуса нету, но оно хрустит прикольно. И как закуска, так вообще. Я поставлю 7 из 10. Нормально. Ну, в принципе, прикольно, да. Как закуска, какая-нибудь бухая. Хорошо. В Корее было тяжело его найти. Реально? Я сама просто не знаю, но его очень долго не продавали. Из-за этого, когда он вышел опять, люди все побежали их покупать. Как? Упаковка очень милая. Здесь нарисованы такие печеньки. Ну, это, наверное, для детей, да? Нет. Нет? Итак. О, тут вот так? Два. Тут целых два. Это зовут Бэби. Как Бэйби, да? Бэйби. О, знаешь, сгущенка? Да, 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 да. Да. Пахнет очень вкусно, пахнет. Нравится? Очень вкусно. Очень. Я тоже захотела эти себе. Этот, когда раскусываешь, такое сразу, оно тает во рту сразу. Да, да, да. Очень мягкое и при этом хрустященько. Вкус молочка такого сгущенного. Да. Но не супер сладко. Вкусно. Давай я тебе все дам. 2. Ой, спасибо. С молоком или с чаем, или с кофе очень круто будет. Вкусно. Я поставлю 10 из 10. Но... Нет, вообще я поставлю 9. Я поставлю 9, потому что именно такое печенье я уже раньше пробовала. Тот же самый вкус, но все равно вкусно. Но, да, не, да. Но не так необычно. Поэтому поставлю 9 из 10. Но все равно очень вкусно. Я... Понравилось, да, да, тебе? Да, мне понравилось. Бейби Даша. Последняя Даша. Сончип зовут. Как тебе? Я вижу, что это hot spicy. О, ребят, я боюсь, что это будет очень-очень острый. Сончип. Здесь тоже написано to round сончип. Это опять начинает продавать. Не знаю, почему все куда-то исчезли. Да. Написано Teang Mat. Это вкус солнышки. Не знаю, как. Не знаю, как. Я надеюсь, что тебе понравится. О, вкусно пахнет. Выглядит красиво. Пока ничего не чувствую. Вкусно, вообще не остро. Почему написано hot spicy? Первую съела, ничего сначала не почувствовала. Да, да, да. Потом еще ешь, начинает вкус раскрываться. И вообще очень вкусно. Мне очень нравится. Мне даже нравится больше, чем креветки. Чем креветки? А я могу это все съесть. Сначала ешь соленое, потом чуть-чуть остренькое. И в конце почему-то сладкое. Как будто да. За то время, пока вы жуете, раскрывается 3 вкуса. Соленый, острый и сладкий. Сколько поставишь на? 11 из 10. 11. Давай, вот первая. Да. Вторая. Третья. Нет. Nope. Нет, третья будут печеньки. Вот эти, да? Да, а потом картошечные. Картошечные, окей. Это самое последнее. Это последнее. Ну, я это не поняла реально, как это вообще. Ах, жалко. Есть еще много вкусных. Потом опять принесу. Мне понравилось, что ты мне сегодня принесла. В следующем видео, я думаю, нужно будет попробовать что-то супер острое. Я принесу всякие лямён. Острые, которые ты даже не могла попробовать нигде. И попробуем вместе. Там по-моему, ёрогади его лямён. Айджо, якам пульда пупумян, макарамарадэнджи. Ёрогади контенцеру дораул тэнэлька, ёрогун тэклу. 보고 싶은 거, 다샤랑 하는 거 보고 싶은 거 많이 남겨주세요. 안녕! 안녕!